Здравствуйте, коллеги. Мы вновь на выставке Retail Tech. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Добрый день, Шерман Валерий Михайлович, компания Zebra Technologies. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания? Наша компания, по сути дела, стоит у истоков решений по автоматической идентификации всего и вся. Компании уже более 50 лет. И мы продаем решение, предлагаем решение, оборудование для систем автоматизированной идентификации товаров, людей, складских запасов и так далее, и так далее. Вы представляете какой-то новый продукт сейчас или просто себя как уже бренд, который себя зарекомендовал, и чтобы найти новых партнеров? Мы, в любом случае, мы бренд, который себя уже давно зарекомендовал, вот, но мы здесь на рынке, на выставке представляем ряд новых продуктов, инновационных, я бы сказал. В принципе, наверное, имеет смысл их перечислить. В частности, очки дополненной реальности, которые позволяют подборщику заказов на складе или в магазине не отвлекаться от того, что он видит, и получать информацию для отбора прямо перед собой. Если мы вспомним, то решения по отбору сначала были основаны на кнопочном вводе на мобильном компьютере, потом пришел голосовой ввод, теперь даже голоса не нужно, человек общается с машиной на уровне визуальных образов. Вот этот продукт мы предлагаем здесь. А системы радиочастот идентификации, когда одним движением руки можно произвести инвентаризацию всего набора запасов в магазине или на стеллаже, будь то одежда, будь то продукты питания и так далее. Интересная система самообслуживания, наверное, многие уже видели, она внедряется повсеместно сейчас в России, когда покупатель получает при входе в магазин специальное устройство, ходит по магазину, сканирует сам товары и потом уже, подходя к кассе, у него имеется готовый счет, который быстро-быстро оплачивается. Соответственно, у нас представлена и эта технология в том числе. Что еще интересного мы показываем? Мы еще показываем интересные решения наших партнеров с использованием наших технологий, наших систем сканирования штрих-кодов. Это разного рода станции самообслуживания, информационные киоски и так далее и тому подобное. Ну и традиционные вещи – это мобильные компьютеры, по которым мы являемся мировым признанным лидером давно и прочно. В духе 21 века и в духе нашей выставки. Чего вы ждете от выставки с таким набором потрясающих услуг и товаров, новых партнеров, может быть, подсмотреть какие-то еще интересные решения, которые могли бы тоже реализовать сами? В первую очередь мы, наверное, ждем общения, плодотворного общения, интересного с нашими заказчиками, которых у нас великое множество, которые к нам приходили сегодня в большом числе. Безусловно, с партнерами, которым мы готовы предлагать участие в совместных проектах, предлагать наши технологии и брать на вооружение их решения. А мы думаем, что это на самом деле одно из первых крупных мероприятий после вот этой самой вирусной эпопеи. Вот. Мы видели огромное количество народа. Материалы выставки представляют огромный интерес, это видно и по людям, и по интенсивности общения, и по интенсивности наполнения выставки решениями. Спасибо большое за приятные слова, то, что выставка нужна и важна, и надеемся, что и в следующем году наша выставка соберет огромное количество профессионалов, которые будут делать рынок еще лучше и лучше. Спасибо вам большое. Спасибо.